Сегодня в Казанском драмтеатре прошел итоговый концерт с участием акима области Нурлана Нагаева. На протяжении года в области проходил фестиваль языков народов Казахстана, который был организован областным управлением по развитию языков. Сегодня отметили самых активных участников фестиваля. Подробности в сюжете Бибигуль Таужановой. За годы независимости наша страна шагнула вперед в разных сферах деятельности и развития нашей культуры, в том числе совершенствования и развития государственного языка. Сейчас особое внимание уделяется воспитанию в молодом поколении патриотизма к своей стране и уважения и любви к родному языку. Как отметил Нурлан Нугаев, чтобы шагать в ногу со временем, большое внимание нужно уделять образованию и вместе с тем изучению родного и других языков. Также аким области отметил, что 70% всей научной и художественной литературы пишет на английском языке. Ведь сколько языков мы знаем, столько в нас личностей. На сегодняшний день созданы все условия для развития всех языков. Открыты воскресные школы для изучения этносами своих языков. В конечном итоге развитие, сохранение и дальнейшее развитие каждого этноса зависит как соблюдение традиций, культуры, так и сохранение и развитие языка. Основной частью мероприятия стало награждение самых активных участников фестиваля и людей, которые не один год вносят огромный вклад в развитие государственного языка в регионе. Я очень рада, что получила награду из рук акима области Нурлана Нугаева. Мне очень приятно, что нашу работу отметили. Но я работаю и работаю не ради награды. Я вкладываю всю душу и сердце в то, чем я занимаюсь. Я считаю, что главное, чтобы наш язык развивался, и чтобы все богатство и культуру языка мы могли передать будущему поколению. Гостями мероприятия стали известные деятели, ученые и студенты вузов и колледжей. Как отметили организаторы, такие мероприятия очень важны. Фестиваль шел по всей области, во всех государственных учреждениях, во всех организациях, товарищеских обществах, акционерных обществах. Проходили в течение года все мероприятия проходили. И сегодня итоговое мероприятие. Мы фильмы, которые здесь показывали, подвели итог и постарались показать всех лиц, которые активно участвовали в этой работе. Бибигуль Таужанов, Даурен Дюсембиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.